Якутские продавцы пушнины смогут расширить круг своих покупателей. Вместе с тем реализовывать сырье на более выгодных условиях. Об этом сегодня говорили на республиканском совещании заготовителей пушнины и охотпользователей Якутии по вопросу участия в первом Байкальском международном аукционе. Это мероприятие в Иркутске будет проводиться впервые за последние 80 лет. В отличие от единственного на данный момент в России Санкт-Петербургского аукциона, здесь, независимо от количества, предоставляемые на аукцион пушнины, будут установлены единые комиссионные в размере 5%. У нас традиционно всегда занимало второе место по объемам поставки пушнины на экспорт и вообще по объемам добычи. Якутия где-то имеет 20% всего сырьевого рынка соболя. Соболь Якутии всегда традиционно высоко ценился, он обладает очень хорошими товароведческими качествами, особой шелковистостью, особой густотой меха. Поэтому думаю, что продажи якутского соболя должны находиться на очень хорошем высоком уровне.